Всем большой привет, подписчикам! Хотел вам показать один эксперимент по удалению купюры, которая помещена будет в стаканы с водой. Два одинаковых стакана. Мы помещаем внутрь нижнего стакана эту купюру. В данном случае это 5-долларовая купюра. И заполняем эти стаканы водой из тазика. Вот у нас вода. Мы туда запускаем воду. И достаем эти стаканы наружу. Сейчас наша задача будет заключаться в том, чтобы удалить эту купюру внутрь, которая помещена вовнутрь. При этом не разлив воду. Для этого мы используем подручное средство. В данном случае это банковская карточка. Любая. Мы эту банковскую карточку ставим в разрез между стаканами. Вот она пошла у нас. И продвигаем ее. Небольшие потери воды идут к нашей купюре. Продвигаем ее дальше. И кончик ее высовываем наружу. Удаляем эту карточку банковскую. Но вода еще по-прежнему у нас находится в верхнем стакане. Затем за этот кончик мы вытаскиваем всю купюру потихонечку из нижнего стакана. Вот фокус весь удался. Купюра удалена. Вода в верхнем стакане осталась. Ее сейчас можно высушить и снова применять по назначению. На чем основан этот эксперимент? Какие законы физики? Напишите в комментариях. Спасибо всем за внимание.